Я рассказывал о многократно повторенных наблюдениях, подтвержденных коммерческой практикой. То есть, когда вы человеку начинаете что-либо объяснять, он не понимает ничего. И он усваивает 30% информации. Когда вы начинаете его объяснять и показывать с картинками, он усваивает 50% информации. Когда вы создаете образы, он не воспринимает, так сказать, содержательные конкретные знания, он делает то, что вы хотите.